Здравствуйте, меня зовут Соня. Сегодня сейчас я нахожусь в школе ЮТВ. У нас был сегодня урок актерского мастерства. Здравствуйте, меня зовут Софья. Мне 10 лет. Я учусь в гимназии номер 39. Сейчас я нахожусь в школе ЮТВ. Хотела сказать, что здесь мне очень нравится. Но кроме этого я хожу еще в школу номер 27. Там я учусь. И получается, что у меня целых две школы. Сегодня мы научились развивать слуховую память. Развивали зрительную память. Еще мы научились, все. Познакомилась с новыми детьми. Софью уже третий раз знаю. Я познакомилась с Ильей и Ульяной. Здравствуйте, меня зовут Ульяна. В течение курса мы сдружимся еще больше. Всем привет, меня зовут Вероника, мне 12 лет. Сейчас я нахожусь в школе ЮТВ. Я хочу передать привет своим родственникам. Все. Передаю привет папе, маме, моей сестренке Майе и моей сестренке Софии и бабушке и дедушке. Здравствуйте, меня зовут Олеся. Я передаю привет родителям и друзьям. Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хочу передать всем привет своим бабушке, дедушке и своим родителям. Передаю привет моим родителям и бабушке с дедушкой. У меня на этом все. Продолжается набор в дневную группу школы ЮТВ. Курсы проходят каждую среду с 16:30 на городском телеканале ЮТВ. Мы приглашаем ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Подробности в группе ВКонтакте. Запись по телефону 292-378.